Один человек погиб, а еще один получил травмы в результате ДТП на трассе Одесса-Киев. Авария произошла в 5 утра в районе села Петроверовка Березовского района. 35-летний водитель грузовика МАН не справился с управлением и на скорости влетел в припаркованную на обочине фуру марки ДАВ. 28-летний мужчина, который помогал владельцу последней ее ремонтировать, погиб в карете скорой помощи. Виновника ДТП госпитализировали.